Горячая пора для службы обслуживающей фонтаны – это холодная. После закрытия сезона начинается ремонт оборудования на всех городских фонтанах, находящихся на балансе муниципальной службы содержания и благоустройства территорий. Работы по консервации сооружений – это целый комплекс технических мероприятий. Они необходимы, чтобы защитить коммуникации и конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода. Процесс консервации разделяется на несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем специалисты очищают дно и стенки чаши, скульптуры и все оборудование и промывают фонтан с помощью моющих средств. Во время спячки фонтанов меняются и ремонтируются насосы, задвижки, фильтры, системы электроснабжения. К весне фонтаны полностью будут готовы к тому, чтобы снова радовать горожан. Виктория Мельник, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.